Есть. Это проект Варгонза, город Лиман. Первый день, когда оперативный штаб ДНР официально объявил об освобождении города. Бои за город начались 23 мая, продолжались около 4 дней. Противника вытеснили за железную дорогу к югу от города, но на окраинах до сих пор продолжаются артиллерийские обстрелы и действуют также кочующие минометные группировки в составе 2-3 человек, которые, сделав несколько выстрелов, уезжают обратно в лес. Город практически пуст, местных жителей, как нам сказали, осталось человек 40.